Башка раз. Это что? Газ какой-то вышел. Надо срочно выбираться отсюда. Надо срочно выбираться отсюда. Чистый воздух. Башка, наконец-то свежий воздух. Надо срочно до дома добраться. Как же башка трещит. Надо быстрее до дома добраться. Скорее, скорее. Скорей добраться. Слегка отдохнуть. Отдохнуть. Наконец-то. Что? Я слышал какой-то... Что? Самолет? Ну да. Самолет. Надо посмотреть поближе и изучить его. Но сначала немного по ним. Хоть эта еда немного протухшая или что-то в этом роде, но я их жутко хочу есть.
Так, и... Прототип... Этот шлем, у него встроенный против... Надо бы его взять, у него противогаз встроенный. На всякий случай лучше возьму его. Так. Патрон тут нету. А вот зато вот здесь есть. Ку-ку, ёпта! А, да ну! Не, есть. Тупые. Живые мертвецы. А, уйди от меня. С бензопилой, конечно, легче всего драться. Так, а с этим самолетом надо разобраться. Ай. Так. 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 Так, так. Так. Хотя можно потом использовать противогаз, чтобы зайти туда и изучить до конца. Это что? Это какой-то гоночный самолет или что-то в этом роде, но... Пилота вообще нету. Наверное, выкинула пилот или что-то в этом роде. Так. Ну. Это насколько сломан-то? Так. Как? Возможно, в пилота стреляли, он запаниковал, выбросил себя, а самолет, наверное, сам по себе полетел. Ну, 100% прочен, починен и все такое. Это означает, что он работает? Даже чинить ничего не надо. Меня больше удивляет, как он вообще остался целым после падения. Ну, как видно, мягкая посадка. Двигатели сами прочные, но я только одного не заметил. Как видно, крыло у него оторвало. А я уже обрадовался. Двигатели прочные. Не, а вот крыло. О, уже светает. Ну что ж, надо возвращаться назад. То это проклятый остров таит в себе много каких тайн. Как мне выживать, если патроны на дробовике уже закончились, на калаше же? Скоро. Ага. Там уже. Что произошло на этом
проклятом острове Ахаза Квадрат. Почему туда падают самолеты каждый день? Или что-то в этом роде? Да уж. Я пока пойду похаваю. Ну, консервы вроде бы не испорченные. И можно есть. А я продолжаю выживать на этом проклятом острове. Всем бум, дорогие друзья! С вами я, Камиль Тинти, и сегодня я решил проэкспериментировать с шейдерами. И в правом верхнем углу высветится подсказочка. Что вам больше всего нравится? Когда я с шейдерами все это записываю, или когда без шейдеров? Без шейдеров FPS больше, но не так красиво. С шейдерами красиво, но FPS ниже. В правом верхнем углу выберите, что лучше. Это просто в целях эксперимента. Приятно всем, взрывы эмоций. Всем пока-пока. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Камиль Тинти. Всем взрыва эмоций и приятного взрыва. Какую хрень я только что смогу.